Ребята, а вы когда-нибудь видели гриб за 1 000 000 рублей? Представляем вам грифолу курчавую или грифолу фрондоза, латинское название, или счастье грибника. Вот такой обалденный гриб. Он такой вот красивый, как розочка. Он вон дорожками. Тут еще три маленьких. Но, к сожалению, за этот гриб по федеральному закону 113 о внесении изменений в Уголовный кодекс, статьи 150 и 151, дают по второй части, дают до 1 000 000 штраф или 4 года тюрьмы. Вот такой вот красивый, симпатичный гриб.